Песня про зайцев будет сегодня? Да, про зайцев обязательно. Тут из зала поступил заказ. Песня про зайцев. Когда мы были в Петербурге, я проходила мастер-класс у известного автора-исполнителя Ольги Качановой. Она в свое время была очень популярна. И когда я пела ей свою песню, она мне сказала, что ты мастер утренних песен. Вот как назывался этот жанр? Альба. Утренняя песня. То есть она не прижилась, утренняя песня, среди бардов. Вот. А у меня таких утренних песен как-то так много. Вот. И одну из них я вам хочу сейчас спеть. Песня вообще-то называется «Останься», а не так, как некоторые считают, что про зайца. Посмотри, какое солнце сегодня. По стене скачут рыжие зайцы, и пылинки резвятся в луче, и будильник молчит, время. Только выдох у меня на плече. Останься, оставайся, еще не время идти, оставайся, еще не время бежать, оставайся, еще не время. Оставайся, еще не время идти, оставайся, еще не время бежать, оставайся, еще не время. Терпкий воздух растает на пальцах, испаряется роса на траве, и улыбка чья-то там в синеве. Словно бабочки в моей голове. Останься, оставайся, еще не время идти, оставайся, еще не время бежать, оставайся, еще не время лететь. Оставайся, еще не время. Там, там.